Готовность участковых избирательных комиссий к выборам депутатов Законодательного собрания края, которые пройдут 10 сентября, проверит специально созданная рабочая группа. В нее вошли представители администрации города, отдел МВД, МЧС и члены территориальной избирательной комиссии. Сегодня прошло ее первое заседание, где был утвержден график объездов. Проверить предстоит 75 участков. До 10 августа мы планируем, что все избирательные участки коллегиально будут проверены. И если где-то будут недочеты, то у руководителей учреждений, у председателей избирательных участков вместе с представителями администрации муниципального образования будет возможность исправить недочеты до определенного момента. Все участки избирательные должны быть готовы к работе до 30 августа.